Итак, ребята, всем привет! Сегодня мы будем получать доступ к Google ассистенту Bard, который использует искусственный интеллект. В Беларуси и России он недоступен, но достаточно включить VPN. Давайте включаем VPN на United States. Все, включили, далее открываем Edge. Я уже заходил, зайдем в мой журнал, потому что я уже здесь был. Вот Bard. И здесь будет такое... Когда вы войдете в аккаунт, надо войти в свой аккаунт, используя VPN, и нажать здесь Try Bard. Потом принять все условия лицензии, то есть лицензионное соглашение. И откроется вот такое окно. Что здесь есть? Bard Activity есть, то есть настройки. Далее, как пользоваться, обновление. Пока это все работает в экспериментальном режиме, есть темная тема. По-моему, она выглядит очень шикарно, эта темная тема, вот светлая, вот темная. Работает он пока только на английском, давайте попробуем с вами что-нибудь спросить. Банальный вопрос. When Apple released iOS 17? Apple has not yet released iOS 17. It is expected to be released in September 2023, alongside the iPhone 15. То есть, ну вот, show me pizza restaurants. Side by side. То есть вот, даже ресторан и все можно спросить. То есть все, что хочешь, можно спросить. Это не все возможности, но это вот все экспериментальное. И как-то на английском, и ты смотришь, думаешь, а почему, а зачем? Было бы на русском, было бы проще людям. Давайте еще что-нибудь спросим. Google was founded by Larry Page and Sergey Brin. То есть вот, и ресурс с сайтом. Все, что угодно можно. Вот такой вот Bard Google выпустила, пока экспериментальную версию. Прошла Google I.O. недавно. Вот такой вот бот с искусственным интеллектом. У Microsoft это Microsoft Bing, у Google это Bard. Работает он через VPN пока для нас. Что сделает Apple, мы увидим, я думаю, до конца 2023 года. Вполне возможно, что на WWDC мы что-то увидим, связанное с искусственным интеллектом. И в течение года они будут рассказывать. То есть WWDC, потом презентация новых айфонов, там тоже могут что-то сказать по поводу искусственного интеллекта. В общем, будет интересно, ждем от Apple поисковую систему свою, я надеюсь. Было бы очень интересно на это посмотреть. А пока вот так. Если видео понравилось, лайк, подписка, комментарий. Вот такие у нас новиночки. Всем пока, до встречи в новых роликах.